После матча между командами СФУ и МФТИ мы пообщались с главным тренером команды Сибирского федерального университета Николаем Николаевичем Железновым и задали ему пару вопросов, на которые он с удовольствием ответил. Первый вопрос, ну, во-первых, с победой. Как вам первый матч? Фактически это был матч открытия на турнире. Оправдались ли ваши ожидания от турнира? Ну, в общем, ваши впечатления самые первые. Как вы оцениваете турнир? Ну, мы несколько лет пропустили соревнования, был акцент сделан на мини-футбол, но на сегодняшний день все-таки в Красноярске мини-футбол слабо развит. Да? Да, сейчас прекращает практически свое существование, потому что с открытием манежа футбольного будет акцент сделан на большой футбол. Поэтому мы, в принципе, вернулись на эти соревнования. Ну, ваша команда, наверное, считается одним из фаворитов, наверное, на победу в данном турнире. Ну, конечно, приехали с задачей, чтобы победить, а других задач какие могут быть? И ваши девушки неплохо выполнили установку тренера, то, что выиграли уверенно 16-0. Как вы это прокомментируете? Все-таки видели уровень команд, даже сразу же видно уровень команд. Поэтому, конечно, была задача пошире фланги использовать, да, забивать голы, потому что сейчас неизвестно же будет, как сложится дальше матч, при том, что уровень, я думаю, что четырех команд довольно-таки высок, поэтому и будет зависеть от каждого матча пока. Да. Ну, в дальнейшем вы, наверное, не рассчитываете на такие крупные победы, но рассчитываете побеждать даже по 1-0, чтобы 3 очка в копилку. Да, самое главное, да. Самое главное победить, а уже не разница важно, да, не важна, да, при счет, том, да. Что еще же после этого турнира еще будет же турнир первой лиги, где-то нужны силы сэкономить. Ну да, в принципе, ребята, ну девушки в смысле, готовы неплохо, я думаю, на весь турнир у них хватит сил, также задорно играть, вот. Рассчитываю на то, что ваша команда будет еще радовать забитыми голами нас. И удачи вам. Да, спасибо большое за интервью.